Джеймс нормально отыграл? Да, вот Шинкс опять в прошедшем времени отыгрывает. Блять, дебил, я ж хотел написать «открывает». Хотел, но написал не это. Помню, стоял на РКШД. Тоже учил стажеров, только я учил не по заявкам, которые в собеседовании. И вот половину все уходили из ШД, получается, с такой причины, что лидер тиран, ебать. Тогда лидером был. Угу. Вы прям держитесь, смотрю. Очень хороший лидер у нас. Добрый и всегда отзывчивый. Не, ну в натуре, с таким типа обучением, это наоборот играть только приятнее. Ну типа... Потому что, как придешь в какой-то другой ПД, тебя ничему не научат, просто тебе надо сделать то, то, то. Делай как хочешь. Это да. Не знаю, вот кто был у меня... Оставались, получается... Ну, получается, оставались, я им это все рассказывал. Они теперь мне благодарны, то, что именно вот так вот, они, блядь, и пиздец. Вот они приходили, в отчетах, наверное, вот пацан повышался у меня с офицера до... Блядь, я телефон забыл, все... Я его не забыл, он тут, блин. Так вот, офицер на третий ранг повышался. У него было, наверное, где-то 6-7 отказанного раза чего-то. И поверьте, он когда залил на 7-й раз отчет, и я проверил, сказал одобрен, блядь, он так радовался, это пиздец. И в итоге, он в следующих, последующих отчетах, у него было ошибок в 2 раза меньше. Типа, другие задания какие-то выполнял, и я находил у него ошибки в этом. Боюсь, у меня такая же закрывать багажник по РП не обязательно, так анимка проходит сама. Ага. Получается...
получается, вот они, анимка идет. Вот. Вот, видишь, типа, его хватит. Все, едем на место. Дженс какой-то. Печенье. Кто? Печенье Джеймс. Леброн который или нет? А? Леброн? Да. Блять, я сижу базар, у меня микрофон был выключен. Я говорю, это я Леброн, я такой Леброн, ну я такие Леброн, я Леброн. Ну, у меня типа на ноуте такая кнопочка есть на клавиатуре, выключить микрофон. И он не отображается нигде, что мы выключим. А, нет, отображается. Ну, неважно. Типа я как бы говорю, но как бы нет. Господи, как же давно меня не называли печеньем. Это было одновременно обидно и приятно. Я, по сути, как бы вообще не у вас, но это такое. Может, в РКШД пойти? Вообще в снап не играю тогда. Мичел, тебе надо это к себе? Чё, ну по желанию, если хочешь, типа. А где Егор? Ты его снял или нет? Понятно. Чё, вот, как ваше гениальное улучшение плана? Пока они реализованы и идут, пока все нормально. Вот таких трудностей с тем, то что сейчас выходные, ну как выходные дни и это. У кого-то 2 дня, у кого-то один. Шинку. Ты понял свою ошибку? Которую ты опять Сейчас совершил? все. А что за ошибка у меня? Откатываешь еще раз. Взял таран с багажника. Берет таран с багажника. Блять, опять что ли? Ёб дебил. Ай-яй-яй. Я не знаю, как ты говоришь, берет типа, не знаю, как ты говоришь, берет таран с багажника, а пишешь взял, блять, таран с багажника. Ну, а у меня вопрос, у кого-то есть сборка нормальная, какая-то четенькая, прям сборочка. Так взять, залететь и сборочку скачать себе топовую. Не, нету. Такого же. Ну, типа, охуенно. А то говно от Павлова качать не хочу. Берет он за таран, вот. Стоково сам играть, глаза болят. Ой, сука. Скачал какую-то сборку. Это какой-то... Промолчу, что это было, но я не знаю, как это даже скачать, не смог я скачать даже.
Знаете, что завтра у Резона новый сервер открывается? Я знаю. Мне кажется, они обосрутся с этим сервером. Хотя... Да не, что ты так взял? Ну типа, сейчас, пока каникулы у людей играют, да? Каникулы сейчас пройдут, и у нас так на серверах обычно, там по 600 было человек, по 700 в рабочие дни. А прикинь, еще один сервер будет. Уже некуда, 11, он лишний. Ну, я бы не стал открывать его на их месте. Блять, у меня даже фаст-коннекта нету, сука. Тупо голос сам, ничего на нем нет вообще. Почему? Гля какое? На, слетел! Ох! На, стой, какой-нибудь там айди. А, он офнулся. Блин, это что? Говнюк. Не прыгай, не банихой. Понял. Ты даже мотик не его, бомжара. Дробовики. Ущерб просто. 10 патрон где-то было, скорее всего. Мне надо найти дверь. Здесь вроде бы нету их. Мне то, что кажется, потому что я уж посмотрю. О, Ацтек решил тоже что-то поделать. А, Ацтек проходит этот. Ну, тут есть вот двери какие-то. На двери, конечно, не похоже особо. Да, что это, блин, какая-то херня. А, вон вроде бы двери большие только. Вот. Ну, эти можно и машины выбить, кстати. Это гаражные двери, скорее всего. Ну, блядь, тут вдвоем сразу надо. Выбивать будем и обычные выбивать. Сейчас на этот, а потом обычные найдем где-нибудь в городе.
Шинкс, давай ты выдашь, потому что Ян более за РП отшарит, а вот тебе надо подучить. Тебе надо, РП поды, ну, играть. Не надо тебе типа, писать, что таран в левой руке, вот нет, через дух. Шми передает таран, типа. Нет, Шми передает Джеймсу таран. С точкой без точки, это уж по твоему желанию. Приехал опять Рико Петрович. Охуенно. Это не этот не лидер бывший ФБР? Нет, не, это не Рико Петрович. У нас машина пропала. Ее бандиты украли. Которые дверь вместе с машиной прихватили. Смотри, что-то он хочет сделать, эта скотина. Что-то он хочет сделать. Ничего, я в спецназе был, я сейчас на него накинусь. Пару ударов. И в больницу его.
Че, может этому типу на капот этот таран кинуть? Он в ахуе был. Знаешь, типа я вот так замахиваю, знаешь, неудачно, у меня из рук выскальзывает прямо в лобовое, в этот, в боковое стекло, блядь, залетает таран. У него сколько жити? Да какая разница, блядь, таран нахуй сделает из него обычную машину, блядь, свалку. Всё, типа, можно начинать? Мы должны выбить дверь, блядь, лоб. Блядь, придурок, ты куда пошёл? Шишинг спрашивал. Так, нету двери. Не, я закрыл дверь. Я... Как ты ж её выбил? Ну ты закрыл её. Вы должны мне показать, как вы выбивать будете. Вот так же через трай всё отыгрывает. И всё. Не, Шинкс, ты сиди, если Ян уже взялся выбивать, что ешь... А чё, в лаунчер как-то можно сборку установить? Да, по-моему. Через путь, который там указан. Шинкс, куда ты отошел? Встань ко входу назад. Блять. Вот так сядь и сиди. С другой стороны вот тут. А это нормально, что имглон? Блять, с маленькой буквы. Какой хм. Откати, слышь, трай и переиграй ее заново. Типа именно нормально. Не вот так, как ты с большой отыграл. С маленькой надо это. Ян, ты не знаешь? С маленькой надо отыгрывать. Ой, Шинкс, ты бы молчал, да? Мичел. Можно я тебе посочувствую? Чем посочувствуешь ты? Тем, чем ты занимаешься. Мало, мало. Я просто Шинкс, Шинкс, умничать решил, хотя сам не лучше, кстати. Понял, Шинкс? Понял, понял. Все, стройтесь ко мне, и я могу сказать, что вы закончили.